Уважаемые пассажиры, пригородный поезд до станции Балашихи отправится в 17 часов 15 минут с 10 пути. Платформа Горьковского направления. Пригородный поезд до станции Балашихи отправится в 17 часов 15 минут с 10 пути. Платформа Горьковского направления. Поезд проследует со всеми остановками. Спасибо за внимание. Уважаемые пассажиры, расписание движения пригородных электропоездов возможно изменение. Прежде чем приобрести их, ознакомьтесь с изменением расписания, размещенных в информационных кабинетах. Уважаемые пассажиры, в соответствии с требованиями федерального законодательства на железнодорожный вокзал проводится досмотр мероприятий. Цель обеспечения вашей безопасности и соблюдения правопорядка на вокзале ведет система наблюдения. Отправляется и прибывает только от и до станции Нижегородская и Серпуховск. Интервалы движения увеличены от 15 до 40 минут. Пользуйтесь пересадками в метро и МЦК. Подробнее на сайте ЦППК. Уважаемые пассажиры, железнодорожный транспорт является зоной повышенной опасности. Переход железнодорожного пути в положенном месте строго запрещен. За нарушение прилагается штраф. Уважаемые пассажиры, пригородный поезд до станции Волоколамск отправится в 17 часов 7 минут с 10 пути. Платформа номер 6. Пригородный поезд до станции Волоколамск отправится в 17 часов 7 минут с 10 пути. Платформа номер 6. Поезд проследует со всеми остановками, кроме 50-й километр, Троицкая, 73-й километр и Дрожжина, Курсаковская. Спасибо за внимание. Уважаемые пассажиры, пригородный поезд, сообщение, Новоиерусалимская, Львовская, прибудет в 17 часов 9 минут на 8-й путь, платформа номер 5. Поезд проследует со всеми остановками, кроме Кутузовская. Спасибо за внимание. Уважаемые пассажиры, пригородный поезд до станции Волоколамск отправится в 17 часов 7 минут. 10 пути. Платформа номер 6. Пригородный поезд до станции Волоколамск отправится в 17 часов 7 минут с 10 пути. Платформа номер 6. Поезд проследует со всеми остановками, кроме 50-й километр, Троицкая, 73-й километр и Дрожжина, Курсаковская. Спасибо за внимание.